Мы все вместе хотели, ждали, очень надеялись, что будет такая школа. Торжественное событие прошло в здании новой школы. Знаками почета, а также благодарственными письмами наградили 8 сотрудников строительной организации, которая возвела объект. Новое образовательное учреждение уже 1 апреля примет более 750 учеников. В этой школе хотят работать, в ней хотят учиться. Это первый опыт, когда инвестор строит школу в городе Сочи, да, и потом мы ее покупаем. Надо сказать, что первый опыт этот... Не был у нас блином, и все случилось и сложилось правильно. Строители признаются, было сложно, работа шла 24/7, но при этом все были настолько вовлечены, что поставили собственный рекорд. Ведь на строительство и согласование такого здания обычно требуется 2-3 года. Конечно, это уникальный проект, это нет таких аналогов у нас. Присутствуют подобные школы, но они обычно частные. А это наша муниципальная первая школа такая, с таким масштабом серьезным. И она на самом деле довольно сложная в исполнении, но при этом красочная, интересная, и она завораживает всех. Все привлечены к этому делу, все стараются, вовлекаются. Очень классный процесс строительства. Современное здание состоит из 8 корпусов. Проект отвечает передовым тенденциям. В школе есть пространство для отдыха и творчества, большая столовая, спортивные и медицинские кластеры, танцевальная студия, библиотека с цифровыми технологиями. Актовый зал оснащен светозвуковым оборудованием с 10-метровым светодиодным экраном. В учебных помещениях установлена компьютерная техника, витражные окна, много цветов. Все это создаст в первую очередь комфорт как для учеников, так и для преподавателей. Дома на улице тепличные стоят давно, а школа на 1100 мест стала настоящим подарком в этом микрорайоне. На повестке дня детский сад, строительство которого начнется в скором времени.